Это Хоутл 9-1. Терпим крушение в секторе Браво, Танго 7-9. СОС! СОС! Дэвис, ты жив? Не молчи, Дэвис, скажи что-нибудь. Ты как? Черт! Моя нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мертв. Черт, они идут! Мочи, ублюдка! Нужно валить отсюда! Эта штука вот-вот... Мы тонем, Мейсон! Будь начеку, Мейсон, враги рядом. Это либо Юзер Трей. Слева, Мейсон! На вершине! Прямо по курсу, в укрытие! Я поднимусь повыше! Поищу комплекс Кравченко! Понял. Держись рядом, Виктор. Лима 9 X-Ray, это Виски, ответьте! Это X-Ray, Виски, прием! Вудс, мы уж думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шуметь, используйте ножи. Рогович, Кравченко, Штайнер. Эй, Чарли! Шутка на века. Мейсон, докладывай. Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. ЗПУ? Уберем ее и вызовем вертолеты. Виски. Вы держите мост и реку. Мейсон и я — западный периметр. Встречаемся в деревне через 5 минут. Все ясно? Виски, ко мне. Пока, ребята.
Восточный берег чист. Идем к мосту. Сьерра у северного периметра. Công tôi cũng cho luôn. Cái này em không khổ. Thôi thôi hả? Các cái khôn như ngâm nước. Tháo một con lán xào lão nào giáo thuyền. Tháo mòn giáo nào. Экс-рей на западном фланге. Время 3 минуты. Разделимся. Я пойду наверх. Ты перейди реку, заложи пластид. Вас понял. Заряд заложен и в полной готовности. Сьерра на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Детонатор у тебя? Вот он. Я им подарочек оставил в топливной цистерне. Ладно. Мейсон. Давай опробуем этот пластид. Пошли, пошли, пошли! Оружие к бою! Смотрите внимательно, ищите ЗПУ. Ачунгай! Не высовывайся! Противник на крыше! Мейсон, сними их! Чисто! Мейсон, занять позицию! Дайте рой! Слева, Мейсон, разберись с этими ублюдками! Окоп, впереди! Швырнуть гранату в этот окоп! Цель поражена! Прикрой, перезаряжаюсь! Герой! Ханкия! Ачумни! Дурирой! Ханга Кунто! Напсок! Не чунтой! 1-0, это Боуман! У нас ЗПУ на реке! Мэйсон, шевелись! Он сюда! Чарли, справа! Тут Тан Урой! Дайте Рой! Нук Рой! Танкия! Рой! Тур Рой! Летой! Засади по этой ЗПУ на реке! Это что, хибары на реке, видишь? Чарли, не хотят нам пушку отдавать. Смотри, как забегали гады. Вот черт. Мейсон, доберешься до 202-го. Я не могу высунуться. Ну ладно, долбанем по ней. Один ноль. Гнездо чисто. Можете заходить на цель. Вас понял. Лима 9 экстрей, это Кентукки. Хорнеты на подходе. Лима 9, не высовывайтесь. Сейчас будет жарко. Сьерра у северного периметра. Сьерра зачистили северный периметр. Движемся к деревне. Слева, цели на крыше. Сьерра на позиции. Есть! Противник уничтожен! Швырните туда, кто-нибудь!
Цель у причала. Принято. На пристани чисто. Идем дальше. Режем путь через эту хижину. Мейсон, давай вперед. Мейсон, сюда. Зачистить остальную часть деревни. Пулемет, в укрытие. Вперед, пошли. Мейсон, проверь эту лачугу. Впереди тоннель. Вижу. Чарли, на 9! Он труп. Впереди тоннель. Вижу. Нужно очистить тоннель. Я этим займусь. Свифт, ты со мной. Ладно. Хорнеты пока пусть покружат здесь. Пошли. Лима-9, это X-Ray. Рекогносцировка, радиус 3 километра. Понял вас, X-Ray. Вот. Возьми. Держись. Мы найдем Кравченко. Не подставляйся только. Боуман, вперед. Пошли. Этот сукин сын свое отвоевал. Свети ровнее, Мейсон. Стоп! Резнов! Ты чуть под пулю не угодил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Да что с тобой такое? Мейсон, тебе надо собраться. Вудс, ответь. Слушаю, Мейсон. Свифт мертв. Тут кишмя кишат вьетконговцы. Лима-9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Вудс, как слышишь меня? Черт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Твоя очередь, друг. Я за тобой. Черт! Мы совсем близко, Мейсон. Куда идти, Резнов? Доверься инстинктам, Мейсон. Сукин сын! Вот он. Передовой комплекс Кравченко. Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. Оглядись. 4 февраля 1968 года. Кравченко. Регирующее средство, полученное вот документы Резнов, мы уходим. Нам добиться значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали, что данная разновидность НОВ-6 является наиболее эффективной из всех. Как и в случае с испытаниями на животных, проводившимися нами на острове Возрождения, начальные симптомы у подопытных оказались в точности такими, как мы ожидали. Через 30 секунд после вдыхания газа
подопытный начинает испытывать внезапную острую боль, вскоре после чего резко падает кровяное давление. Это вызывает жар, тошноту и рвоту. Через 60 секунд на коже начинают появляться волдыри. Затем происходит отшелушивание, отслоение и депигментация кожи по всему телу объекта, что означает наступление эпидермального некроза. На этом этапе у нас получилось лишь ненадолго продлить жизнь подопытного методами агрессивного хирургического вмешательства. Но даже хирургическое удаление пораженного участка ткани не помогает предотвратить дальнейшее распространение яда. Среди взрослых мужчин скорость разложения ткани является примерно одинаковой. Однако наблюдения показали, что у детей ткани разлагаются быстрее. Время их жизни после воздействия газа составляет, как правило, от 30 до 45 секунд. На основании проведенных опытов мы можем сделать вывод о том, что у нас появилась эффективная формула, которая будет действовать даже в регионах с более жарким климатом. Сообщите о наших успехах доктору Штайнеру. Конец сообщения. Черт! Пошли! Пошли! Кравченко там все заминировал. Экс-рей, как слышите меня? О, черт! Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта крысиная нора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях. Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью. Сядем, когда увидим вас. Придется землю рыть, чтобы выбраться отсюда. Копай, Мейсон, копай! Черт! Вьетконговцы, Мейсон! Где вы, Вудс? Давай, давай! Валим отсюда нахрен! Да. Резнов сказал, они убили столько людей, что не сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резнову нельзя, что бы он тебе ни говорил. Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове 6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные. Все братья. Забудь о Резнове! Ну же, Мейсон, у нас нет времени! Мир на пороге войны! Войны с кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу! Эти долбанные цифры! Это сигнал, Мейсон! Числа — это сигнал! Тебе промыли мозги! Ты был в Меконге, шел на север к комплексу Кравченко. Ты направлялся в Лаос. Лаос! Кравченко! Чертов псих распылял газ по всему Вьетнаму! Я убил его, ты понимаешь? Должен убить всех! Лаос, Мейсон! Ты шел по реке Меконг в Лаос. Джейсон Хадсон прислал тебе сообщение. Куратор. Что он сказал? Хадсон... ЦРУ сбило советский самолет с Новой 6 на борту. Он упал в Лаосе. Наш спецназ искал его. И что дальше? Опять слышу чертовы цифры! Мейсон, передача!